Читаем добротолюбие. Согрешившим не следует отчаиваться. Да не будет сего, ибо мы осуждаемся не за множество зол, но за то, что не хотим покаяться и познать чудеса Христовы, как свидетельствует сама истина. «Мните ли, — говорит Господь, — яко галилеяне сии, их же кровь смеси Пилат с жертвами их. Грешнейший бяху паче всех человек, и же на земли, не глаголю вам, но аще не покаетеся, так ажде погибнете». Преподобный Марк Подвижник. Боже, не...